даже не знал, как и появились. А что это за шкатулки? Одна такая яркая, другая совсем незрачная. А стоит ли открывать? А если открывать, то какую? А может и не открывать? Долго люди спорили, но договориться так и не смогли. Разногласий рождалось все больше и больше. Споры становились яростнее и злее. Так начали пропадать согласия и единство. В один момент один из них решил за всех. А в том шкатулку, что излучал яркий блеск. И почернело небо, и взглянули черные птицы на землю. Яркое пламя озарило землю и вырвалось из этой шкатулки зло, и вихрем понеслось по земле. Воцарился хаос. Люди испуганно разбегались, пытаясь защититься, но начал гаснуть свет их душ, и сердца становились жестокими. Так появились те, кто нес в себе холод и злость.